Если ты меня сейчас спалишь, то я скажу маме, что ты ночевал у него подруги. Алена! Мам! Тряпку забыла. Вай, спасибо! Посмотри, какая она охренительная! Слушай, твой парень прошел проверку, зря мой фейк создавали. Так, сейчас срочно делаю фотку, типа ты мой парень. Так, бегом делай вид, что ты моя мама. Здравствуйте. Да, да, это мама Алены. Да, Юля у нас сегодня остается на ночь. Ну все, можешь идти к своему Антону. Ну что, дала? Нет. Давай, вместе при даче пойдем. Алена, Антон, как я выгляжу, Алена? Так, сейчас. Секунду. Консилер. Так, тушь. Еще и носик припудрим. Ну все, ты готова, пойдем. Закончилось. Слышь, Ален, можешь сотку одолжить, пожалуйста? Очень надо. Ща. Слушай, сорян, у меня только евро. Ой, Ален, можно, пожалуйста, сухарик? Закончились. Ален, можно мне жвачку, пожалуйста? Новая родинка? Появилась новая родинка. У меня рак! Света! Оля! Тетя Катя! Представляете, у меня рак! Появилась новая родинка! Шоколад? Добрый вечер, эй, полегче! Меня ослепила, меня до порога давил, а любви не дал. 57 минут! Я тебе таблетки! Какое лучше любого лекарства? Здравствуйте! Я сегодня на работу не выйду. Я заболела, кашляю. Горло невозможно. Немножко геля, немножко шампуня, немножко капли единорога. Ванка испарилась, я потратила весь гель. Почему есть собаки полицейские, а кошек нет? Ведь все хотят погладить кошек, так ведь легче поймать преступника.